По поводу сегодняшней акции не могли бы рассказать? Дело в том, что вот так совпало, что сегодняшний день защиты детей мы проводим это мероприятие. Цирковое благотворительное представление, совместно общественная палата, цирк и королевское шоу Гейрадзе. Но мы проводим здесь, в этой больнице, систематическое данное мероприятие. Поскольку я больше чем уверен и в этом убежден, что любой положительный заряд эмоций, особенно детям, это влияет на их выздоровление. Поэтому мы с удовольствием, ни одна программа еще не усомнилась в том, что надо ли сюда выезжать. Как только цирковые артисты узнают о том, что необходимо выступить в детской больнице, они с удовольствием наперебой здесь сюда едут. И поэтому мы считаем, что данное мероприятие это положительно влияет на детей, на их родителей. И уже много лет мы сотрудничаем с этой больницей. И это будет продолжаться еще долго-долго.